На дворе лето и самое время заняться своим здоровьем и своим питанием. И счастьем. И счастьем. И мы решили с Артемом с сегодняшнего дня по утрам готовить утренние бодрящие напитки. Коктейли из тех ингредиентов, которые у нас есть. Да. А у нас сегодня есть, что у нас, Артем, есть сегодня? Рассказывай. И вам понадобится бананы, клубника и ежевик. Ой, то есть это смородина. Да. Итак, мы делаем следующий коктейль. Мы берем банан. И вы его разрезаете. Нет, потом мы его очищаем. Мы его сначала очищаем. И потом отламываем кусочки и ложим отламываем кусочки и кладем в блендер. Дальше. Клубника. Следующая. Клубника. У нас она уже почищенная, без зеленушечки. И мы ее тоже кладем. Отправляем благополучно туда. Опа. Давай. Все. Так, молодцы. Еще мы добавляем немного смородины. Смородины добавляем. Еще мы туда же добавляем зелени. Зелень у нас сегодня укропчик. Вот мы его уже подготовили. Вот. Тоже туда добавляем. Еще мы добавляем туда. У нас вот есть спирулина порошочек. И мы немножечко ложечку берем и тоже туда отправляем. Давай попробуем. Потом попробуем. А еще у нас есть кунжут, семечки. И мы добавляем туда еще семечки кунжута. Да. И теперь нам нужно туда добавить еще немножечко воды. И потом все смешиваем. Все. Теперь запускаем запускаю процесс. Я. Процесс пошел. Да. Если вам понравилось наше видео, тогда ставьте пальчики вверх.